проснулся. И все. Так, стрим я запустил. Нужно все остальное запустить. Я начал запарил название стрима менять. А что он меняет? Название меняет. Срайк Кириллоид, запрещенный стрим 21+, обязательно регистрация. Говорят, что... Ничего, сейчас он в школе. Ничего не поменяет. Ну, Олег, ну что за говно, кидай инвайт. Я теперь заметил, знаешь, что лички инвайт теперь не, продало, не пропадают? Что не пропадает? Лички. Где? Ну, в танках, то есть я вчера вообще не играл. А, ну да. И у меня все лички еще с позавчера, еще даже с выходных остались. Угу. Инв. Кинул. А как называется вот этот, типа, ну это, наверное, даже не стиль. Просто когда чувак по бутылочкам бьет и, типа, музыкальное звучание образует это. Не знаю. Но знаешь, вообще такое есть, типа? Слышал что-то такое. Ну там можно как-то водить там по стакану с водой. Да, там водить, там разные наполнения. Ну это понятно, там наполовину бутылка заполнена, но у нее совершенно другой звук. Чем она заполнена, тоже важно. Я сейчас просто какую-то песенку нашел, там по бутылочкам бьют, прикольно. Тинь-тинь-тинь-тинь, так, понял? Круто. Угу. Что, право едем? Я не загрузился еще. У нас верхний рез покаловый. Хотя эта карта говно. Ну едем направо. Ой, я сейчас буду играть как конченый аутист, отвечаю. Вот раньше ни хрена не замечал, в принципе, какой-то колоссальной разницы между тем, когда выспался и не выспался, грубо говоря. А сейчас все, что-то 5 часов поспал каких-то кривых. Еще какой-то тупняк. Старость не в радости. А мне прикольно. Сейчас уже выйдет у нас сведенный, блядь, какой-нибудь 100-й.
Не-не, ФВХ или панцер. Бери больше. Давай, Александр! Опа! Ну, Санек. Я про рентгене. Да, ну ладно. Лол! Он просто выехал и дал мне шотик. Стайл, обновляй катки. Обновил. Все. Он КД. Умирает. У меня раньше, по идее. Стайл и сотовый, он КД. Давай еще и сотовому скинемся. Еще успеешь ты, наверное. Я успею, да. Я не успею. Лол, я в пулеметик его не пробил. Не на нас сотка. Давай сотку. Не, не успеем. Начинается не прикол. О, ну он профессионал на ББХах. Как он это делает? Давай сотку. Просто профессионалы. Этот выехал ББшкой, меня вскользь пробил в стык. Да этот вообще непонятно как, тоже на откате. Не, ну там ничего удивительного вообще-то. Дистанция мелкая для сотого. У него еще нету разброса на таких дистанциях. Точнее, на таких скоростях. От поворота башни. Ну, без разницы, он бы чем хочешь пробил. Я рассчитывал на рикошет какой-нибудь. Ну хоть, не, именно не пробить там, не знаю, под таким углом. Если там он попал куда надо и все. Не, ну он-то выцелил, да, профессионально, это никто не спорит. В трупик тебе контрольный, блядь. Короче, ну нахрена это ФВХ стрельнул у него? Вообще реакции нет, ничего. Вышибить двери плечом. А ты какую версию слушаешь? Ну, оригинальную. Да мне нравится. Кино или... Кино, конечно. Там то, что ты скидывал, немножко другой жанр. Мне такой не нравится. Наоборот, он бомбовый. Как это, если тебе нравится Slipknot, как тебе это не можешь нравиться? Мне уже не нравится. Ой, ты сдулся, все. Не, ну в смысле не нравится? Все их новые альбомы мне не нравятся. В целом. Уже с Psycho Social. Чё, со старое там я могу слушать? Да потому что старое ты слушал, когда мелкий был, вот тебе нравится, а по сути тебе просто тебе не нравится этот жанр и все. У них в новом альбоме, новый альбом, в общем, у них очень крутой. Там, ну ты просто невнимательно слушал, там треки есть реально не хуже по уровню, чем старые хиты их. Тот же самый Kill Pop, я думаю, понравится даже любому не металлисту. Довольно-таки попсовая тема. Знаешь, AOE, как, или я как, там, с... Знаешь как я вообще со Slipknot познакомился?
Я просто ходил что-то по магазину и вижу там диск лежит, короче, жесткие типы какие-то в масках. Я такой по приколу взял, купил, по-моему, за 90 или 100 рублей он тогда стоил MP3. Включил. Норм. Я Slipknot узнал с песни Wait and Bleed. А Ну, потом как-то где-то слышал эту получилось так. песню, короче, нашел ее что-то. Ну, классная песня, мне нравилась. Потом понял, что это Slipknot играют, начал Slipknot'ов смотреть песни другие. И кучу там нашел классных. Wait and Bleed — это самый их такой первый жесткий, крутой хитак. Еще в 90-х. Before forget. Не, Before I Forget — это 2006 год. Они еще... Чего? Before I Forget — 2006 Разве? год, они Грэмми за него в 2006 году получили. Или 2005. Хз. Before I Forget — это довольно-таки новое. Ну, относительно. Просто. Опять эти фрезы. Здесь никто никогда не проезжает. Я тут только езжу. С Я не другого. знаю, вот все так... Опа. Блять, конченая пушка. Он где-то засветил? Ну, нет. Попадание в триплекс. Эрту лучше, блять. Зал бы, я думал, это ты стрелял. Го поджимать, не знаю. На катке сотка. Я вниз спущусь и со 8 пинать. Я тоже. Там 54-ка есть. Па. Ку! Лука, точи. Блин, он даст. Он какой-то... А у вафли шота мне сколько, не знаешь? Не знаю. С этой восьмёра бок. Должен забрать. А ты, блядь, будешь по ней стрелять? Чё ты не Чувак, стрелял? Я стреляю по КД. Да? У меня 8 секунд зарядки, чё ты? Ж не такой скорострел. Убью сотку. Я убью, наверное. Назад, назад, там еще флайт оконченная. А эти разрушиваются, карго? Нет. Гоу я фугой трахать буду. Понял. Хотя тут вафля еще. Там семеро протанчит. Может она в разряде? Вряд ли. Классиком. Сейчас наткнусь на нее 100%. Я же сказал, что я наткнусь на нее. Все? Ну почему ты сюда поехал, блядь? Ну объясни мне его логику конченного дауна! Ну нахрена он сюда поехал? Все, он в КД или еще одна? Сука! У него по 3 минус было. Ой, блядь. Я просто это знал, сука. Сука, блядь, конченая семерка. И пятый тебе дал.
Все равно семерка кончена. Ёб твою мать, я просто... Сука, это только со мной может происходить. Минималка сейчас. Конченый упырь, блядь. Санёк 777. Блядь, а хули я не уехал отсюда? У нас стоит один АФК. Блять, меня лев сейчас убьет. Бать, что творю? Это тот даун. Тебя через гуслю пытался. Ну я под артой. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Там и с тем АФК повезло. Объект не на тебя. Бат не вижу. Бат не на тебя тоже. Сейчас на тебя будет. Не будет. Сосать коричневые! Я. Соси! Я просто же ванговал, что она поедет, потому что, ну, самый неадекват только может так поехать. Да, и вот, блядь, он поехал именно так. Как поехал. Вот он, Санёк, 48 винрейт за 32 тысячи баев. 5 тысяч урона. Ездит просто на рандом какой-то. Ой, поверну-ка я налево. У него на вафле 2100 урона среднего. Вот, и все весь этот урон вот под таким, как я. О! О, нормально. Я просто, блядь, поражаюсь с этого. Блин, почему топ так часто выпадает? Это ж карта всегда играется 15 минут, по-моему. Ну. Её ж надо было, наверное, удалить из рандома год назад.
А ее удаляли, потом опять Но вводили. ее ввели, ее удалили тогда, когда она была нормальная, более-менее. Ну да. Ее переделали, и она стала полностью неиграбельная. Потому что они когда переделали, они, по-моему, ее сделали больше. Что они поменяли, я вот уже не помню. Они толком ничего не поменяли. Они сделали на миде побольше вот этих вот барханчиков. И что-то они, по-моему, с мостами переделали. Съезды появились, полок Добавили съезды появились. с горы, которые не Которые, используются, с совершенно. которых можно съехать, а через которые заехать нельзя. Полный бред. Вот как раз если бы заехать можно было через эти съезды, Норм то залупа было бы тупо. лучше намного. Стопай, Олег! Куда-то бахнул, не знаю куда. Работаем, работаем, Олега. Да. Я не вижу, где он ездит, у меня куст передо мной Стопнул, видишь. Олег. Отрабатываем. Давай, братан. Не попадаю. Не попадаю, брат. Свет на семеру. Да он засейвился уже. Нет, там торчит в ЛД, кумулем можно. Ну вон, свечу говно. Блять, как так? Артак кедешит. Арта в свете. Две арты когда? Блять, куда это говно босранное? Пробивать. Кумулем в крышку. Не пробиваю я, чувак. Так и да еще один. Ну вот, ты не попадаешь, значит, в крышку. Сверху вниз она всегда пробивается кумулем. Дверь КД. Пизду нахуй. Черт, так у них одна стоковая М40. Как же я кайфую, да? Это, блядь, незаконно, по-моему.
это, блядь, незаконно, сука. Да, блядь. Да в пизду. А на ЛД у него тоже не пробивается ж? На ЛД камулем пробивается. Давай просмотрим. Ну едь, корыто! Ну, жри фугас. А виплокос, помнишь? А виплокос! Так и не понял, меня один раз попали или два в том моменте. Ну, написано было в статье два пробития. Что-то я два не ощутил, одновременно все влетело. Почему пробивает? Арта постоянно этот 62-й. Чё? Почему 62-го арта постоянно пробивает? Я не понимаю. Ну... Бой начинается. Она всех пробивает, братан. Ну... Совков она не должна пробивать. Так часто, как она это делает. Я стоял по отношению к комбам. Она в таком положении, совок не может пробивать, блядь. Ну что ты так думаешь? Да тебе так хотелось бы. Чем поехали криво. А, ну и меня светанула какая-то... И как я ненавижу эту карту вонючую, сука! Как? Вот кто-то меня, сука, засветил там. Фу! Просто фу. Сейчас, братан, я приеду. Сейчас сотка выйдет, брат. Уверен? Да, она очком сдавала. Она сдавала, но она вряд ли выйдет. Не выехал. Дай шот по льву, он в КД.
Так кто, Тартойс? Нет, 20. Я попробую 120-ку порешать. Братан, у нас хэвик в очке. В простреле. Распилим его. Тартойс никуда не успеет уехать. Блять, не пробита. Пробитие. Не пробил его в прыщ. Сотка в КД. Добью. Не, не раньше. Он с маузганом, да? Фу. Я не понимаю, как так ставится на катки без урона. Здесь утонуть можно или нет? А здесь можно утонуть. Ты утонул? Ну-ка, а вот доехать. Ну сейчас проэкспериментирую. Типа вот отсюда доехать, успеть до берега там можно или нет? Типа на будущее. Слышь, братан, или... я пойду чай налью. Не, нельзя. Потому что не всегда там есть возможность на мостик доехать. Ого. Weekend Heroes. Тут. О. Нормально, так 4 карты, из них 3 зимних блевотины. Кстати, меня вот поражают вот эти эксперименты. Ну, хотя это тоже, это субъективно, на самом деле. Но лично мне не нравится эта зима от Wargaming. Не, вообще. Вот она мне вообще не нравится. Она нелепая какая-то. Может, из-за того, что у меня все на минимуме стоит. По спецэффектам. Но реально она не смотрится. Плюс она сделана так, что ничего не видно. Когда они уже сделают зимнюю Прохоровку? Прикинь, там же летом были сражения. Они сделают зимнюю Прохоровку. Добью, не двигайся. Это нормально, что у нас на банане никого?
Соточка. С маусганом, походу. Очень сильно показалось, что это маусган. Могу ошибаться. Пускай танчит этот даун. Лол. Ай, блядь. О! Ну ёперный театр, пушка не поднялась. Так как ты так делаешь, профессионал? Ты убежал-то от меня, ёп. И те убежали, 62-ка, это нахрена убежал? Убегли вообще-то. Все убегли от меня. Угу. В погоне сейчас с двумя зайцами поймаешь. Ну, одного поймал. Нормально. Хотел поймать двух, прикинь. Ай, пойду я себе чаю налью, потому что ты вообще такой ватный. Персепшн. Страйк Клондайк. Ну что, гоу? Да? О. Чё? У меня винрейт вырос, брат. Знаешь, на какой уровень? На уровень старта игры с тобой. Я начал с тобой играть. Дня 4 или 5 назад у меня было 22. Сейчас потом 20 стало. Сейчас опять 22. На самом деле, надо только привыкнуть, и скоро нормально все будет. Угу, понял? У меня Рича спрашивал, нет ли знакомой арты онлайн. Кто спрашивает? Ри. ЛБЗ, наверное, делает. Я про арта.
Бой начинается. Rise up together. Ooh. Опаньки. И история это нормально делает? Ну, блядь. Это просто жесть! Я не могу попасть в дырочку по этому петушку. Есть оставить. Пробитие. Цель захвачена. Есть оставить цель. Вообще шоу обосрался. Не обосрался. В почару, ёптыть! Пробитие. У тебя вафля там была? Десятая? Да. Братан, сейчас попробую помочь с панетрой второй. Понял. Ох. Панетру пробую добрать. Отлично сработано! Nice game, бро. What the fuck? Ничего не светится, конечно же. Сейчас я попробую светануть, братан. Ожидай. Да тут 71-е катаются эти вонючие, я поехал в город, короче. 528 в попку фугасиком, о да. Стоять, это. Стоять бояться! Опаньки. Стоять бояться, деньги не прятать. Ну, вафля минус один, братан. Ты-то так-то, братик мой, если не работаешь в милиции, Витя. В очко себе стрельни, пес ржавый, в будку свою залез обратно. Охренеть. Не пробил. Цель понял. Месяц ставит цель. Мне кажется, ли Феде с его переводом вожди снова вырезали всю броню, которой у него и так не было. Его вожди перевели? Да. Он HD-шний ездит? Да. Ты HD-шний? Да. Лол. Я не заметил. Конечно, не заметил, потому что это как Маус, там нечего, ничего не нужно вожди делать, он убогий сам по себе. Просто, знаешь, у меня когда... Момент прозрения. Я не понимаю вообще, как они делают танки эти в HD? По какому принципу они их выбирают?
Неужели нельзя по популярности взять танки, сделать все HD? Ну, ИС-3 должен быть, и все Сначала такие. же просто вся советская ветка должна быть в HD сделана. Да. Потому Точнее, что. все советские ветки. Потом уже все остальное смотреть можно. Что-то выборочно. Просто, Одного слушай, оттуда, одного я как-то раз оттуда. играл. Я играл, короче, на ружке. Против меня Федя стоял 600 метров. Но у меня есть съезд на кумули. Я ему 5 кумулей подряд напихал в рот. Прям вот у него морда стоит. Вот. Это типа самая бронированная ПТ-8, да, считается? Да, ну, типа она медленная типа, должна считается. Быть. Да, типа. И типа ну, а Т-15 на самом деле бронированный. Самую бронированную ПТ-шку в лоб обоссывает. Не, ну а Т-15, наверное, считается типа бронированней. Но да она не, и у нее бронирование там намного. ХЗ, они конченые все. Да. И тут я подумал, а все ли так в этой игре? Чувак, в этой игре вон. Танк, который является прототипом, намного круче основного варианта. Вон, берем ИС-7 и 260-го. 260-й в два раза круче, чем ИС-7. Он ездит быстрее в два раза, он, у него пушка круче в два раза. Ну. А как точки, Олежка? Обновляй, брат. Сука. Есть пробитие. Цель захвачена. Есть отставить цель. Цель захвачена. Давай, у него не должен учиниться. Блять, он отъехал уже. Да просто что... тупая 54-ка конченная. Форс-магор. Стоковая ездят здесь, мешает выигрывать игры. Объясните мне, почему не пробивается борт катков через катки под таким углом? Не пробил. Вонючий совок. Нянь, он просто на морозе что творить. А под менее жестким углом ты его будешь пробивать. Да ёптыть, он башню развернул, этот хэвик я в башню ему дал. Без дамагов. На катках стоит. Да. Сюда на нас двое. Катки 7. Блять. Да, я буду держать. Ты на коне его? А, нормально. Он же не рентгенит нас, правильно? Нет. Слушай, а может говно сделаем? ПВшка тут. Прикольно. Мне это. 261 дал ББшкой. Меня прототип поджег. На Ну, на столько же хп при. Сука. Все было нормально, все стало в полном гамне.
мне. Просто арта, как всегда, вмешалась. Не, просто... И самое главное, здесь же мы не вывешивались с этого балкона. Ну потому что здесь 54-я, это постоянно конченная агр собирала сюда, мразь. Вонючая. Я первый раз, по сути, здесь выехал агрессивно так. Просто ББшкой на 1000. То, или сколько-то. Так, меня что сделаем? Меня просто тип поджег, чувак. Ну, я понял. Знаешь, что он мне кританул? Двигатель башни БК. От пожара. Вообще он должен был на переезде еще сдохнуть. User joined your channel. Привет, ребят. Вы стримите? Да. Привет. А возьмите меня третьим на ЛТшке? А мы вдвоем. Ну и ладно. User left your channel. Где этот бычат? Сколько у бычата хп? ХЗ, братан. Он стоит днём. Много. А, ну я рикошечу от бычата. Есть отставить цель? Не, полумя. Ай, блин, семерка сдохла. Хер, я поехал туда. Попадание. Броня не пробита. Сейчас бычат поедет. Всю арту выпилит нам. О, 49-ка в порядке. По сути, самый важный танк сейчас был на карте. А, он бычат что делает? Нет, семеро сейчас тоже сдохнет. Ну, я понимаю. Тупой. Есть пробитие. Пробитие.
пробитие. Броня не пробита. Блин. Бычат. Какой-то профессионал. Минус 5. Он его не убьет, возможно, прототипа. А, не, фулка под конец, понял. Он КД. Там 215. Конечно, бычат намного быстрее доедет до нашей арты и убьет ее. У нас арта решила такое, да, мутить? Ай, блядь. Охренеть. Куда у меня улетел снаряд? Ты видел? Нет, я ульта бегу. Тут нельзя быть сейчас, обочат может. Да, я знаю, вороться меня убьет. Тебе нужна дистанция держать. Дистанция нужна. Лишь чтобы борта попала. А дистанцию здесь нигде не выберу. Это такой бачат, он, короче, не пробил в жопу прототипа, и потом ему 442 дал последней пулькой. Бой. Да, уж. А так я выиграл бы, скорее всего. Как же не прёт-то, а? Дала ББшка арт... Да, блядь. Дала арта ББшкой и поджёг бычат. Всё нормально в этой игре. Все в этой игре идеально. Понял. Я потерял.
Надо сейв. Кирилл. Я его не пробил в щеку, говорю, блядь. Добивай, чё. Добивай. У нас базовая мне. Как я не пробил 50B в борт башни камулем? Я сейчас запущу просто реплей, посмотрю. Мне не впадло. Ты ему не в борт башни стреляла, в щеку. Ну, в щеку, ну, ладно. Ну, в лоб это. Ну, ТХЗ там угол хуй. Какой там угол? Шо? В щеке? Какой там, ну, нахрен там угол? Же есть выступы вот этой верхней части. Ты куда посмотрим. Туда попал? Но. Пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Готов. Есть пробитие. Заряжающий контур. Скорость перезарядки снижена. Да? Угол башни? Да. Угу. Ты стрим смотришь? Да. Ну и что это? Ты хочешь сказать, сюда камуль не должен пробивать? Ну да. Что ну да? Не должен. Ты серьезно, да, это сейчас говоришь? Ты вскользь стрельнул, охеренный угол. Какой скользь? Сейчас. Я посмотрю на 50B у тебя в ангаре. Вскользь, смотри, он стоит под наклоном. Я стою сверху вниз. Короче, ну, не знаю, туда такое... Кумулем вонючим. Плюс он вожди его перед... Короче, это просто невозможно не пробить туда. Там минималка, не минималка, неважно, там пробьет-то первый, блядь.
Нажми снайперский, реально, не видно ни хера. Да тут ни хрена ты не видишь, там ваши кусты. Нифига не короче, видно. Короче, вот я смотрю на свою модельку. У него вот это вот идет основная часть башни, и потом вот этот выступ качающейся башни. Ты в него рядом с маской стрельнул. И что, что выступ этот, и что? Ну там угол, пиздец. Какой там угол? Ты что, блин, с ума сошел? Там угла... угол никакой не сверхъестественный, градусов 50 там, максимум. Гоу картон тренил. Под 50 градусным наклоном. Какая там броня? Гоу там нету брони. Я покажу тебе. Что? Гоу треню. Я... Что ты мне покажешь? Ну просто попиздимся, я в 50B возьму. Давай. Я не понимаю, я считаю, что там невозможно не пробить, блядь, не пробить. Поставь даже ту же самую карту и гол. Просто чушь. Хз. Там приведенки. 200 миллиметров там приведенки, да? Ну плюс-минус. Ну крутяк. А у меня минималка. А у тебя 300. Окей, у тебя нету этой нормализации кумулей. Это приведенка 200, это с учетом уже всех нормализаций. Лол, ему пулемет на мидл поставили. Ну где ты? Еду. Вот тут сверху вниз, он не так, он стрелял влево, под ним ездил танк, слева, вот так вот было где-то. Ну вот, давай, стреляй сбоку мне. Ты не туда, вот видишь, у меня два триплекса, туда стреляй. Какие два триплекса, я тебе не сюда попал. Я тебе, вообще, короче, я тебе в любую часть под таким углом пробью, вот в любую, какую? В любую я тебе пробью, абсолютно. Там триплекс вот такой, видишь, две дырочки маленьких. Вот это? Да. Ну и чё? Ну стреляй, там может... Я тебе, во-первых, я попал не туда, а намного ближе. Тут сюда я куда-то попал. Тут, короче, я под любым углом тебе в эту башню пробью камулем. Вот, вот какой бы ты ни сделал. Там вон, даже вон, под такой хренью. Это посмотри, как гусельки крутятся. Он даже под таким углом. Ну блин, надо так. Потому что это просто чушь какая-то. Поехали играть. Ох, у меня горит. Это... Я еще не поиграл сегодня в танки, а уже какая-то хрень нереальная происходит. Нервишки? Меня и поджигают уже, и ББшками арта убивает, и пробитиями арта убивает. Фулово, это забей, все важные моменты какие-то. Не пробитие 50B в щеку башни с камуля, это же вообще законно или нет?
Он там башни вертел, там оно могло под нереальным углом. Да 10 миллионов раз, вот я 4 раза просмотрел реплей. Там все нормально. Ты не сделаешь такого угла, чтобы с камуля не пробить. Он сделал. О. А как у тебя там минималка 250 по пробитию? Куда? Не знаю, там 300 где-то около этого, да, пробить. Ну, у тебя 330 минималка. Средняя. Ну, и минималка сколько там будет? Минус 25%. Значит, ну короче, не знаю. Потом из-за этого миллион долларов проиграешь. Потому что в Варшаве 50Б не пробьешь. Ну. Чего? Знаешь, что тебе сейчас сорта даст? Да? Она постоянно сюда. Я сколько раз не ездил на твою позицию, мне всегда арта там бивала. Тут можно кидать. Она сразу сводится. Да. Ну хз. Тебе профессионалы какие-то просто попадаются. Вообще, там тоже дает арта. Ну, а такое. Ей надо куда-то дальше уезжать, чтобы давало. Вот здесь я сейчас стою, тут дает, да. Волк. Понял. Не пробил. Не летит. Хоть ты тресни. Этот КД бабах. Давай кого-нибудь с 8, не знаю. Давай еще успеем. Иса 8 хочешь? Что тебе за привычка это, а? Ты же не видишь, что ли? Или ты в снайпе сидишь, что ли? Я уже боюсь просто выезжать. Блять, как я его... Гусеница сбита, движение невозможно. Чувак, ты в снайпе, что ли, выезжаешь, или что? Нет. Постоянная тема, что я только выезжаю целиться, ты выезжаешь передо мной, и я стреляю в тебя. Сколько раз так было? Когда ты говоришь, еще успеем восьмерки дать, это подразумевает с собой ее забрать, правильно? Я сдох, Алюся. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Бачат, ну нахрен ты вернулся, вонючий? А где он и сколько у него? У него минус барабан отсюда. Повреждение гусеницы. Пушечку не пробил.
Но он меня в ЛД пробил зато. Прям в центр, блядь. Свеков на пушке. У меня ремки нету. Так-то все в говне, не знаю, как эту сотку убивать под саппортом двух СТ-шек. У нас типа леопард нормальный. Нормально. Пула 2. Это пуля или пила? Или рила? Это рила 2. Ну, имел в виду два рыла или что-то такое. Бой, сказка, бой, мечта. Бой, сказка, бой, мечта. Арта в каждый квадрат сведена. ПТшка херачит. Чё? Го? Опять бочат убил. Это... Ай, меня то вофля, то бочат. Я ненавижу эти два танка. Постоянно. Какая-нибудь хрень. Либо бочаты вломятся, тебя изнасилуют, либо... Наткнешься на какую-нибудь вафлю тупорылую ложную. Эти три штуки целых. Куда едешь, Олег? Олег. Мне что-то кажется, что они все бочаты поедут по той по пляжу, поэтому поехали в городе всех убьем по-бырому. И вернемся. Бой начинается. А может поедут они все в городе, и нам там будет колб-каблык. А чё они все на мид ездят постоянно? Что там такое интересное? Ну, мид это типа
профессионал из Доты, а, типа. Ну ладно. Мид это место, где решается и early game, и middle game. Это, кстати. Че? Из второго взвода. Чат. Тут их Кирилл, поехали поджимать. А там эти ездят. Глянь, они как дауны, чувак. Что ты им делать будешь? Стрелять сбоку. Эй, это опасно. Блин, я хочу какую-нибудь кисотри найти, изнасиловать его. Хочу насиловать. Ты в тыл хочешь прям заехать, Олег? Олег! О, смотри. О, Лора, Лора! Погибает Лора. Да это Хэвик погибает. А кого 263 на тебя, братан? Ой, рикошетируй, братишка. Попадаю. 263-го пинал. Борщ куда? Борщ! КД 263. Надо его допиливать и туда ехать, мочить их. Да ёбни, дрюбки. Я, короче, уезжаю, он стал. Дядя, ты куда едешь, дедуля? Ты чё? Блять, а я вот тоже не туда заехал. Да тут уже и девятка. Да? Ну ладно. Чё-то изи, чё-то не почувствовал совсем, ёпта. Не. Это вонючий борщ. А. А, ты меня еще пробил как-то, да? Цель понял. Поставить цель. Братан, бой говно, не находишь? Стрелял с зажатой кнопкой. Ну да. Но он сходу попадает, блядь, по своим. А в упор нет. Нет. Это да, Олег. Где этот он наед? А, Нью-Йорк-Сити. Наверное, нуле. Thank you.
Ладно, я все, пока. Нет, борщидзе. ЛСТР, что-то знакомое. Борщи! Сколько эта карта третий раз из 10 боев, по-моему? Ну. Да. Куда на этом чудо-танке ехать? Бой! Быстрее мне ездишь, я. Майбах овнит Rolls-Royce. Все просто. Я зато комфорт. Залупорт. Ты шо, братан, брат, ты шо? Взял говно, на котором нельзя ехать вперед, значит, что надо делать? Ехать вперед. Вот ну и да. Все. А, я понял. Там не проламывал. А, все, понял. Меня отрезали от тебя, братан. Да в очко ты себе стрельни, пес ржавый с будки вылез. Жри говно. Боже, какая же мразотная карта.
Где бы чат? Он уехал. Ой, все. Угу. Кож бахает. Смотри, шо мучу, Олег. Опа, водичка упал, да? Ща. Зырь. Зыришь? Ну. Ну смотри! Ну зырю я, зырю. Ну. Смотри. Хопа! Опа! Нормально. Грунт наказал. Грунтет. Опа, сотка минус шел. Конечно, блять, он на откате будет мне ебашить ББшкой. Олег, умри, не успел, таймер, не успел, обрыз. Не успел. Какой вонючий бой, меня эти ПТшки отрезали. Ой, короче, не хочу на этом говне ездить. Т-54 первый, это что значит? А это супертестерам выдали. Это походу... Я даже не помню. Это прем или не прем? Угу. ТСТ-8, по-моему. Ну да. У них нету ни ПТ-шек, ни арты. Прикольно, да? У нас есть ПТ-шки. Мы не такие чистые, как они. О, ни хрена не слышишь, дерзкий. Не дерзи меня, хе-хе-хе. О, сотки, братан. Я же говорю дерзкие, слышишь? Камульчики грузим. Свет, брат. Зачем я их? А что за мной? О, пивка, да. Броня не пробита. Не пробил. Охренеть. Короче, это, слышь, а тут только я один остался. У меня тут борода, походу. Пиз. Мне надо с СМ-8 помощи. Сейчас помогу. Пробит. Давай пилим его. Не могу он. Броня не пробита. Я, кажется, сдох. Помогаю, помогаю. На меня сотка выезжает. Иди в жопу. Есть пробитие. Пиздец.
Место ставить. Сотка КД правая. Блять, не все танки, это забей. Я не уеду отсюда. Короче, я ХП все потерял на этой. Пробитие. Я не могу ничего делать. У нас было здесь куча танков. Я пока доехал, никого тут не осталось. Все уехали просто. Не наши ясоты всякие. А вот на миде нормально все. Иди те в жопу! Просто я один тут езжу, где все? Я не знаю. Насдауны с какого-то хрена поджимают, когда нету ни арты, ничего. Кого поджимать, для чего? Из того, чтобы убить кусков говна, которые отделились. Разброс увеличивается. Ездить всегда вот сюда вот надо всегда ездить, блядь. Если хочешь выигрывать, если хочешь настреливать, едь на мид и потом, блядь, едь в деф нахуй, за арту прятаться. Все элементарно. Пробивай ты, ублюдок! Он фугами бахает, что пристал к человеку. Конченый! Просто дал бы он шот мне, я бы успел сейчас. Я просто уже на... Минус ворали. Конченый. Мы выиграли, да? Да. Изи захваты базы. Изи катки. А что такое? Подожди, я за победу получил 650 опыта за 4000 урона. Потому что у них все танки живые. Тебе же дается опыт не только от твоего именно урона, а от того, какой урон был нанесен команде противника общий. Понятно. Если ты мясистый бой, ты там даже не особо много настрелял, то там опыта ты много получишь, если все танки сдохли. Бой начинается.
Skill Pro. У семерки ник. Думаю, это... Братан, 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 аккуратно. Еще заряжается. Да? Ну уже заряжен. Ну на кого? Не вижу. Вижу. Так, мы будем все делать. Тут прострел есть, чувак. Ну не для таких приор, как ты. Чувак, приорам тут не место. Тут эмочки, ёпта. М50, ууу. Поехали Диск Найта убивать. Давай восьмерку мочи. Да вон там фош, типа, наш клановец. Кто? Да вот, ездит фош. Охреневший. Чувак, хз, братан. Я не могу уже. Нет, ты что не можешь. Минус две пулики у фэша. Поехали фэша убьем, слышь? Я Е75 пилю. Ты убегаешь, фош. Цель захвачена. Есть пробитие. Есть отправить цель. Цель захвачена. Рикошет. Ну конечно, рикошет, блин. Пробитие. Смотри, что мучу, братан. Что ты мучишь? На! Ёпта! Ты куда этот Т-62 пошел? Поехал, наркоман. Бибаф. Давай, уезжай направо, братан. Ну куда же ты? Просто два раза, по-моему, уже этот верт ты получил. Цель захвачена. Пробитие. Север. UA. Подтверждение кузнецы. Шанс разрыва увеличен. Skill Pro. Не знаю, я просто повесился, если у меня такой ник был. От сознания всей своей убогости. Почему? А про скилл? То же самое. Про скилл, скилл про.
Да спросите Скайфикса. Может, у него Скайфикса так. Да, у тебя не скилл. Не, надо, может, Скайликс это как скилл, только Скайликс. Скайликс хоть просто звучит нормально. Это скилл, вообще такое фу, слово. Ну да, вы. Скилл, ой, просто отвратительное слово. Умелый про. Скиллованный. Скиллованный профессионал. Вот скилл это на уровень киберспорт такой же. Просто уши режет. Бой начинается. Киберспорт. User joined your channel. И это говорит чувак pure skill, а за-за. Ну так pure skill это же значит что-то. Ой, pure skill просто. О, pure skill pure называется, нет. Что без модов и так далее. Те времена-то не придумывался. А Skill Pro это просто фу. Ну, чувак, вот ты бы себе позволил называться Skill Pro? Не в рамках троллинга, а вот так вот. Что? А уже занят такой ник, он бы не назвался бы. Он играет с 2010 года. С 13 августа. Мне нравится клан Хакер. Как Хакер? Да. Видишь взлом данных у бачата? Кстати, чувак, во сколько ты раз оцениваешь круче 268-го, чем из 7? Чего? Ну во сколько раз 260? Точнее 260-й. Круче МС 7. Раз так в 2, да? Ну это вообще разные танки. Это СТ-шка, там блядь, страха там какой-то. Ну, как правило, танки скорости это бесполезный танк. Ну вот да. Ну это тяжелый. Вот так как вот может быть так, что прототип танка какого-то сильнее в разы, чем основной танк? А это Wargaming. Wargaming смог. Не, почему прототип? Он был типа построен. Ну, так и 7 это усовершенствованная версия. Ну да. Так они говорили, что и 7 он где-то. Понерфленный, ну понятно. Хэви, когда еще? А, все, никуда. Да, нормальная инфа. Ну может одна последняя пулька, он сейчас КД походу. Нет, чувак. Какой же ты вонючий. У нас база в говне. Поэтому я и еду в атаку. Это правильно, когда база в жопе, нужно ехать дальше. Тут бочатку достреляет, он тоже в КД сейчас будет. Будем на себе заря. Ой, приятно, приятно, приятно. Цель захвачена. Пробитие. Есть отставить цель. Я ему. А-а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 -
выстрелами. У меня еще мастера нету. Интересно, ну хотя ладно, да. Тёлки тоже мастер Торана будут. А где 215-й? Максимум, максимум, максимум. Овердрайв. Овердрайв. Слышь, давай я в него впендюрюсь. Жести жесткой. Запищу. А, убивают. Цель понял. Смотри. Цель захвачена. Есть отставить. Не пробил. Пробил. Фу.
А вон у типа объект 260, слышишь? Я вижу, вижу. Матерый Константин. РСР. Го посынуло. А это вообще не первый или самый? Ты погибаешь, брат, живи. Ты кашечу. Блять. Это, по-моему, чуть ли не самый первый для 60-й на сервере. По-моему, у РСРов. Что-то мне так кажется. Ты смотри. Будешь в него врезаться? Да. Хорошо. Да. Куда эту шнягу да, пробивать? Как и всем, ну так... не убивайте меня. Да я не дострельнул. Надо в катки стрелять. Да я тупой, у меня реакция на нуле, я не спал 5 минут. Слышь, Люсик, у него башня... Точнее, очень мало спал. Куда пробивается у этого типа? Какую ИСа 4? У него крышка пробивается, да? Хорошо. Я ему без дамага просто... Нет, я не буду рассказывать, сейчас 1000 человек на стриме, потом будут знать, куда его пробивать не будут. Те, кто смотрит наши стримы, они и так без нас знают, куда пробивать. Все равно, наделали там...